Александр Северов представляет. Здравствуйте, это снова я. Сегодня я покажу вам рукоятку для V-Remote. Выглядит она вот так вот. Белое отверстие для инфракрасного порта. Сейчас я покажу способ ее применения. Ну что ж, давайте посмотрим, подойдет она для моего V-Remote Plus или нет. Снимаем силиконовый чехол, потому что с ним он точно не влезет. Сняли чехол. Кстати, идет, по идее, со всеми V-Remote Plus и просто Remote. Ну так, вставляем вот здесь вот, видите, как бы отверстие для сенсора, соответственно, он вот здесь. Значит, вставлять надо вот так вот. Просовываем для начала вот этот мешочек, дырочку. И вставляем так. О, получается вот... Сейчас, оп. Вот, ну, примерно это вот так вот выглядит, достаточно таки удобно, допустим, тот же самый Марио играть, да, другие различные игры, практически как контроллер DualShock, получается, или классический контроллер, ну, в принципе, намного удобней. Что это он? Включилось, что ли? Так, сейчас мы выключим. Ну, короче, вот так вот. Ну что ж, пишите в комменты ваше мнение, вообще нужна эта фигня или нет. Она очень дешевая, кстати. Ну, мне кажется, что нужна. Все-таки намного удобнее будет играть в некоторые игры. И пока, с вами был Александр Северов. Пишите в комменты то, на что хотели бы увидеть обзор, сравнение, тест. Я обязательно сделаю. Подписывайтесь на канал, потом подписывайтесь в группу ВКонтакте. И пока, до скорых встреч.